Новые впечатления для особенных детей. В областном центре состоялся уникальный кинопоказ для ребят с расстройствами аутистического спектра. В рамках проекта «Дружелюбная среда» в Лодзь приехали 65 семей из Иваново и Шуи. Фильм на широком экране большинство детей видят в первый раз. Обычные киносеансы недоступны аутистам. В зале темно и слишком громкий звук. Для просмотра подходят также не все сюжеты. Фильм должен быть с минимальной частотой внезапных ситуаций на экране. Резкое появление животного или человека может напугать детей. Создаем определенные условия. Мы приглушили свет, звук. Двери в кинотеатре у нас открыты в зале. И любой ребенок при сенсорной перегрузке может встать и пойти отдохнуть и вернуться после того, как он справился со своим эмоциональным состоянием. Для премьерного показа выбран добрый и красивый фильм по сюжету Ридьярда Киплинга «Книга джунглей». Эмоции через край. Дети в восторге. Ожидалось то, что будет немного побольше, но так как и погода плохая, и как бы опять же это все в зависимости от состояния детей. Приехали, всем понравилось, как их приняли, как их рассадили. Организовано было все на высшем уровне. Дружелюбная среда для семей с особенными детьми – это не только пандусы и поручни. Это доброе и понимающее отношение общества. Перед сеансом с сотрудниками кинотеатра и волонтерами привести на просмотр детей помогали 20 студентов. Специалисты провели тренинг, рассказали, как нужно общаться с необычными детьми. Нам очень важно, как они себя будут в этой атмосфере чувствовать. Закрытый кинотеатр, темный зал, достаточно длительный просмотр. Позволит ли состояние здоровья? По медицинским показателям, все ли смогут этот сеанс вот выдержать. Поэтому вы видели в коридоре вот эти пуфы приготовлены на случай, если кому-то будет не очень комфортно и захочется выйти. Никто из детей не испугался новой обстановки, не растерялся при виде большого количества людей. Подросткам на сеанс собрались дети от 10 лет. Понравился сюжет. Первый опыт кинопоказа можно считать удачным. Родители уже формируют список желаемых мест для посещения семьями. Очень бы хотелось организовать вот так также в системе походы детей в музеи. То есть, чтобы была высокая смысловая насыщенность этих походов, то есть облегчить тоже посещение музеев. Второе бы, что хотелось освоить, это зоопарк. Вот. В театры мы ходим. Театр, особенно кукольный, они привыкли к нашим необычным детям. В ближайшее время организаторы кинопоказа из Центра помощи содействия планируют опыт повторить и показать мультик для ребят помладше. Пригласить решили детей с ограниченными возможностями со всего региона. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.